Працягваем выпуск. Да дня перамогі манумент «Тры сястры» на мяжы Беларусі, Расіі і Украіны атрымае новы выгляд. Ход работ па рэканструкцыі памятнага знака сёння абмяркоўвалі падчас выязной нарады. У ёй прымала ўдзел кіраўніцтва Гомельскага аблвыканкама, службаў і ведамстваў, якія маюць дачыненне да рэканструкцыі аб'екта. Доручение провести ремонт монумента и добропорядкование прилеглой территории дал президент Беларуси Александр Лукашенко. Финансирование проекта ожитивляется за областного бюджета. Плануется, что на этой меты будет накировано около 2 миллионов рублей. Згодно концепции, при реставрации будет максимально захаван первопочатковый выгляд монумента, а на тротуарных плитах появятся орнаменты трех славянских народов. Эскиз распрацован специалистами института «Гомель Громадян проект». Архитектор творчески подошел к этому вопросу. Значит, были рассмотрены в институте на совете несколько вариантов. И, в принципе, ну, мы все славянские народы. Массивы у нас похожи, орнаменты. Ну, выбран этот вариант и, в принципе, всеми согласован. Рамонт монумента доручили предприемству «Добружский коммунальник», який до этого часу занимался обслуживанием этой территории. Последние годы, когда мы приезжали обслуживать монумент, там, собирать мусор, косить траву, испытывали чувство горечи, смотря на то, как монумент постепенно разрушается. И очень рады, что принято решение произвести его ремонт и приведение в надлежащее состояние. Монумент дружбы, ведомый у народе як «Три сестры», был побудован в 1975-м как символ одинства белорусов, русских и украинцев. Символично, что он размещен на мяжи трех держав. Штогод до его подножа на фестиваль «Славянское одинство» съезжались тысячи людей, але так было до 2014 года. Зараз появилось сподевание, что услед за реконструкцией монумента отбудется и отражение знакомитого фестивалю. Марина Джалая, Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».